Привет, мадемуазели. Мадемуазели. Так, где крышка от сметаны, блин? Что, сначала поедим? Немножечко. А в Новый год худеть будем. Пельмешки доедим. Ой. Что-то у меня в грудь что-то прям не то. Положи все на место и убери свой танк в угол. Вкусные пельмени. Вкусные. Я сходила в магазин. Молочка купила. Сабринку парикмахерскую записала. Тянет губы. Посмотрите, посмотрите. Посмотрите вот на этого лягушонка маленького. У тебя все в апельсинке, ё-моё. Губы. Все в апельсинке. Ты покушал пельмени, все съел? Нет. А где они? В животе. В животе? Ну, а где, значит? Они все... Блинки. О, нет. Они падают. Не тряси, пожалуйста. Что хотела рассказать? Забыла, что девочки. Не помню. Что хотела? Сегодня холодно. Очень. Двадцатка была. Очень холодно. Одела ее перчатки, пошла в магазин. Руки пока туда засунула, у меня, они же, это, тряпочные. Руку толкаю, ноготь вылазит из перчатки. Попасть не могу. Мам, а это какой-то гель? Это какой-то гель? Не знаю, кто это. Рыцарь какой-то, не знаю. Нет. Не угадала. Не угадала? Да. Это герой. Герой? Да. Какой герой? Я купила яичков. 2 десятка получается. Это 5. Ну-ка. Кш-кш. А мама с тобой? Или 3 десятка? А мама с тобой? 2, по-моему. А мама с тобой? Сейчас я пошли пить хочу. А мама с тобой? Пить хочу. Подожди, зая. Ну, упадешь, подожди. Ой, спасибо. Холодная. Я выпила холодное молоко. Курица. Прикупаем курицу копченую. У меня еще такая одна есть там, а я одну сожрала. На салатики потом. Сок. Говори нормально, пожалуйста. Сметана. Сок. Еще. Сок. И кукуруза. И корм. Для косочек. Для косочек. И корм для косочек. Еще одна вот эта. Ой, блин. Вон. Еще. Еще одна. Еще топырку. Еще будем растопырку делать, да. Не балуемся, я сказала, ты выйдешь сейчас из-за стола. Помидорки. Взяла, девочки, я помидор. Да, еще. Купила я станок, бриться буду. Купила 2 штуки, короче, сейчас, девочки, посмотрю. Мам, покажи. Такой у меня вот в бане. Вот такой. Классный, мне нравится. Я в бане его. Но сейчас он у меня там, по-моему, заржавел уже. Еще где-то такая у меня новая коробка была, я не знаю где. Ты еще его купила. Я купила вот такой простой, и купила вот такой какой-то, вот так вот он прям ездит. Мам, еще. Мам, еще. Вот такой еще.
Ну, этот я на заначку беру. Этот какой-то прям вот так говорит. Этим побриться буду. Так. Еще. Это у нас что-то тут эти. Ой, смотри, что-то там. Бедра, что ли, зараза? Это мясо. Бедрышки на все. Каша закончилась. Каша закончилась. На, еще кукурузу. Кукуруза где? А, вот она. Видишь, пакет. Колбасы не купила. На. Колбаса есть еще. Рису. Рису. Упала. Ой. За кетчупом лазила. Высоко. Спасибо, Максут. Аккуратно. Что не упал? Аккуратно, пожалуйста. Грибы. А, я нашел. Грибы лесные. Те же я купила пачку. Спасибо, Зая. Потом грибы я купила чисто белые еще. Это чисто белые. Тут чисто белые грибочки. Здесь шампиньоны на салатик. На Новый год. Мяско еще купила, мяско. Мам, это? Меня не Каша. Бля, Мил вспомнил, срать пошел. Зараза! Знаете, когда локтем стукнешься, вот здесь по нерву прям. Так, блин, ва! Спасибо. Гречка. Гречка. И Иринки на сигарет. А почему 4 пачки, если я 5 брала? 4 мне дали. Может, 4 мам, было? 4 мне дали, почему-то 4. Нет. Или я потеряла дорогой. Ну, так всегда говорят. Милый вспомнил, срать пошел. Не знаю, я такое у нас было всегда. Когда локтем ударишься. Будешь, Мила? Извините. Будешь? Она хочет. Подождите, я наступаю. Иди лопай, если будешь. А ты не давай без меня, ладно? А что? Только я буду. Где бритва моя? Вот. Иди жвачку всем дай. Да господи, блин! Ядрен батон! Нету здесь никакой этой. Вот только одна. Нету тут никакой кассеты. Вот смотрите. Вот. Вот она. Вот она. Видите? Вот. Типа тут кассета должна быть. Мне даже в магазине сказали, что там запасная должна быть. Нет. Вот. А я тут тогда покупала. У меня было 5, по-моему. Или 4, не ошибаюсь. Одна была вот здесь вот. И 2 у меня, получается, было 3. Или 4 было в такой штучке. Сейчас не буду ничего в шкафах перебирать, а переезжать буду, буду все оттуда доставать. Найдется, потому что должна быть у меня новая такая еще одна. Вроде бы. Удобненько. А что вы хотели? Я не пользуюсь липучками. Я один раз попробовала эти восковые. Или я неправильно их делала, или я не знаю. Мне не надо даром. Даже не буду. Я брови-то больно мне выщипывать. Мне брови больно выщипывать. Я не могу этого терпеть. Хоть что могу сделать, но брови нет. Брови не могу. Я вот вся прямо вот. Мне больно. Проколоть могу сама себе везде. Хоть что хочу могу. А вот чтобы брови выдернуть, я не могу. Вот. Поняли? Дура, да? Кетчуп. На всю страну прогремел. Умеет же Иринка отчудачить. Помните? С пипкой. Отчудила я. Вот это я молодец. Жаль, что была не реклама. Кепчука. Да, Зай.
включи мне мультики. Сейчас включи мультики, ради бога. Сейчас мы все с тобой это приберем, уберем. Борщ поставлю варить. С мясом тогда сейчас поставлю. Или соляночку. Соляночку. Я там уже кабачок мама принесла, нарезанный кубиками, уже готовый. Там на улице лежит в тазике. Вот. Вот. Могу туда кабачок добавить вместо картошки. А лучше вот борщ сделаю и с мяском. С курицей надоело, уже с мяском сделаем. Борщец. Борщ. Борщ. Баню затопить и бриться идти. А у меня на ногах волосы и нету. Там 3 волосинки всего. У меня порода такая не волосатая. Не знаю, некоторые мучаются, каждую неделю броют. Там щетина. Я не знаю, я не брою. Что там 3 волосинки, кто их заметит? К ноге прилепил и все, она даже не шевелится. Ай, сядешь так нога на ножку летом. Боитесь, что там кто-то пройдет на ваши ножки, внимание обратит. Не надо бояться. Скажите, новые шерстяные носки приобрел. Чтобы ноги не потели. И сам будут завидовать. И все. Вчера голову я мыла. Все. Трындец, у меня башка чешется. До магазина шапку одеваешь и обратно. Все, голова вспотела. Пятки замерзли. Ну, пожрала, пришла пантера. Привет! Мия! Мия! Вот. Ладно, девочки, всем удачи, всем добра. Вы красотки у меня. Персики.